пригласили? Он опять ко мне пришел готовить. Невыносимо, блядь, просто уже, блядь, срач лично. Сегодня рататуй будет, блядь. Рататуй! У него сейчас там, блядь, поспать не дает, блядь, хуя не дает, блядь, готовить, говорит, блядь. Духовка! Перчики! Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с моим другом, счастливым, радостным, будем готовить рататуй. Он так счастлив, ему каждый раз так нравится, когда я приезжаю ему в гости, и мы что-то вместе проводим время и готовим. Он так рад меня видеть каждый раз. Это мой друг Влад. Привет, Влад! Привет, Антон! Сегодня мы будем делать рататуй! Ты готов, Влад? Да, там духовка нагрелась уже. Мы уже захуярили духовку. Открывай рецептик. Давай фольгу. Сначала вот, перца. Фольга. Алиса, потише. Сейчас мы будем готовить рататуй. Первым делом у нас идут перчики. Их надо запечь. Давай, два, да, все три? По одной каждый. Ну, я понимаю, что делать? Три перца. Это все в соус пойдет. А, три? А кто крыса? А мы в процессе поймем, ёпта, кто крыса, ёпта. Блять. Да, блять. Да от фольги много, не ссы. Так, мне нужна какая-то это. Сколько там помидор? Бразилия бы убил такую фольгу. Так, из чего мы будем делать соус? Помидоры, что-то там, бля, надо их замочить в чем-то, я хуй, по-моему. А побольше? О, вот это. О, Эллен Бремблен, и Эллен Бремблен, I love the song Pimble. Ура, опять роганина, привет, барамчик. Привет, какая нахуй роганина, рататуй, блядь. Уёбок, блядь. Роганина, нахуй. Так, сейчас я посмотрю, сколько там надо. Тёмка надо, не тёмка. 25 минут, да? А ты видос руби, я не помню. Да, там написано было 25. 25 минут. Ой, ты их закидываешь прям так будешь? А чё? Ай, бля! А чё? Всё? Ну, блядь, наверное, всё. 25 минут. Ой. У нас уже наработанная кухня, поэтому мы всё делаем быстро, нахуй. Так. Вруби видос, там просто в воде надо замочить, я не знаю, в тёплый, не в тёплый, блин. А вот. Помидоры. Это весёлая музыка для готовки, бля? Ну, такой вот жадик, блин. Не в жадик, блядь. Открой видосик. База пошла. Кипяток. Кипяток это типа горячий? Да нет, просто фильтрованная вода. Помыть просто нужно. Нет, их надо не помыть, чтобы они, короче, кожа от них отхуярилась, понял? Это же кипяток, наверное, блядь, да? Да, но если с чайника, то кипяток. Да, походу кипяток. Хотя пара я не вижу. Ну вот он теплый. Слушай, ну в кипятке, наверное. Как будто бы, ну типа, он теплый. Блин, да хуй его знает. Ну давай так попробуем. Давай сначала так, потом еще вскипятим еще. Давай. Эллен Бремблен. И Эллен Бремблен. I love the song Pimble. Наконец-то, на сайм успел. Там два или сколько? Четыре? Ну, три. Похуй, у нас побольше будет. Только вода кончилась, да, я так понял? Ну. Блин. Ну сейчас как раз еще подбавим это. Эллен Бремблен, и Эллен Бремблен, I love the song Pimble. Ай-ра-та-ту-я, где колпаки на голову и колпак не на голову. Продали мы колпаки, блядь. Спасибо Грине за 40 рублей. 52, а? Какие колпаки? Ну типа как вот оттуда. Да. Блядь, я горячий воду. Да поебать. Горячий воду. Нормально, ёпта. 180 градусов поставил, бро? Да, горячая вода с примесью. Да повкуснее будет. А, наши помидоры пошли, да? Потом надо кожуру снять. Это 10 минут они там повторяют. Сейчас, что дальше делать? Ой, я 20 минут. Ну, плюс-минус.
короче, в этой. Hello, Brahma, and then in Brahma. Так, ну, карась, идиот, бальван, крикун, еще раз смотрим. Пальцы за 52. Лук репчатый. Все, поехали. Лук репчатый. Сам режет. Где он? Лопатя. Ебеда. Доносчик. Побольше или поменьше? Я думаю, побольше, да? Ну, это же овощи. Это в соус, короче. Сколько там? Ну, там одна штучка. Это. Вот тут можно. Hello, Brahma, and then in Brahma. I love the song, Brahma. Что там писано? Начал, my friend. Теперь спрошу лично. Послушай, бро, ты пародируешь? Ты зараз, знаешь, бро, зачем ты пародируешь мой, типа, амплуа, акцент, вот это вот, ну, типа, эй, бро, ну, как ты зараз? Бля, я посмотрел Рыныча, и он сказал, что он псевдогангстер, поэтому, типа, отменяем. Я кто? Верю Рынычу. Hello, Brahma, бро, and then in Brahma, I love the song, Pimble. Привет, я вкусный воротатый. Вопрос к мафии. Разобрался ли он с микрофоном? Ну как разобраться? Просто надо купить XLR-микрофон. Нет переходника. Мне даже Стас как просто сказал, что нет таких переходников, которые мне нужны, короче. Может быть, те, кто думает, что они поняли, они, ну, скорее всего, ничего не поняли, потому что Стасу я доверяю больше в плане техники. Николай не умер, все, нормально, все, я спросил, он там занимается операциями своими. Николай за операцией. Поддерживает. Да ёпта, сколько горячей воды кипятится без того. Бля, там же примеси, пиздец, хлородиоксидин, бля. Железо, бля, натрий нахуй. Но вкуснее будет. Бля, не, эти помидоры кукурузы надо в кипяток, походу. Их ошпарить надо, поэтому должна отойти корм. Ну вот, я же... И поглубже бы, наверное, хотел. Ну, все, в принципе. Ну, я все, что было, такое было, это было. Ой, лучок, бля. Че, хуяли глаза? Да не, вроде пока. Hello, Brahma, бля. And then in Brahma. I love the song, Pimble. Спасибо, бро. Здорово, парни. Анонист саный ты, блядь. Анонист. А-а-а! Ты не аноним, ты анонист саный. Не получилось у меня квадратиками, ну как-то нормально. Он пожарится ж, правильно, да? Это очень много лука, блядь. Ты что ты бьёшь? Томатный сок с солью, блядь? Hello, Brahma, блядь. And then in Brahma. I love the song, Pimble. Блин, а что ты покруче не сделаешь? А они просто... Hello, Brahma, блядь. And then in Brahma. I love the song, Pimble. Для роллов не очень динамические микрофоны подойдут. Да которые мне дома стоим, потому что домашний обычный микрофон. Обычный домашний микрофончик. Сейчас еще сольки захуярим сверху. Ёб твою мать, как это будет вкусно. Рататуй, дамы и господа. Так подсолим чуть-чуть. Я тут дохуярил, слышь, бро. Пизда. А, блядь, они у меня не сварятся? Ну, давай посмотрим. У нее кипятка, ой, у нее просто пара не было, я хуй знаю. Так, вот этот кожура нахуй не надо. Короче... Че, говно, да? Возможно, получится... Ну, подавляй, мне кажется, помидоры просто сварятся у нас сейчас. Не парень, не было, это да? Все равно в сок. Девочка, будь со мной, танцуй со мной. Брамчик, ты помнишь меня? Я, Твинит. Да, помню, ты арт рисовала. Спасибо. Блядь, я не вижу ничего, сука, я ослеп. Ах, ты ёб твою мать! О, блядь. Врубай что-то... А, сука, шлюха, а, дырка? Томатный сок с солью, это пизда. Чё она делает? Режет лук, как ты. Охуенно. Я успеваю? Пока режь. Ну я всё, я его нахуярил. Чё его, готовить уже надо? Эту хуйню на 10 минут надо было. Ты засек? Сейчас, давай, сколько?
Смотри, короче, перца мы вытаскиваем, когда будет 15. Ой, блядь, подожди, я проебался. Да смотри, вот поэтому. Да я перца не помню, как вытаскивал. Да вот, я тебе говорю, блядь. Вот я про перца. Я знаю, было типа 3 минуты условно. Их на 25, да, то есть 28 минут. Эти помидоры, ну минуты 2, да? Минута, блядь. Ты что, сварится у нас просто. Короче, в 19 минут вытаскиваем их. О, слушай, отходит. Вот, ёпта. Все нормально, нахуй, а ты боялся, блядь. Я просто стрелочки здесь перепутал. Вот это маленькое, это часы. А это минуты. Это 5, 10, 15, 20, 25, 30. Бля, ебучий, кто придумал этот часы, это залупа, блядь. Сейчас сразу цифрами блядь, нельзя блядь, просто, блядь, идиоты, блядь, что непонятно. Так, что, жарить лук? Не знаю, что тут сказано. Сейчас, подожди, стой, там, по-моему... Давай, просто руби, дай. If you smell what the rock is cooking. Брамо, не плачь. Все будет хорошо. Жизнь сложная. Люди разные. Но ты справишься. Они не стоят твоих слез. Спасибо большое. Hello, Brahma, Black. And then I'm Brahma. I love the song, people. Заставьте потом сами секс-бомбу сожрать эту отраву, пожалуйста. Hello, Brahma, Black. And then I'm Brahma. I love the song, people. Геморрой – заболевание, связанное с тромбозом, воспалением, патологическим расширением и извитостью геморроидальных вен дистального отдела прямых. Какой нахуй геморрой, бля? Сами по себе не смогли бы закрыть анальный канал. Даже при максимальном сокращении этих кольцевых мышц остается соси. Hello, Brahma, Black. And then in Brahma. I love the song, Pimble. Только что я тебя люблю. Спасибо большое за 52. Я тебя тоже люблю, блядь. А что за хуйня? Что у тебя там? Не включается. Так ты ее разблокируй, дурень, ёбаный. Да она тоже не нажимается. Вот сюда, на звоночек надо. Ту-ту-ту-ту. Чё? Как так-то? У нас плита не работает, мужики. Блин. А я, блядь, я положил сюда просто этот ебучий фольгу. Она так легла сюда, блядь. И что-то все попикало, все заморгало и все. Может, фольга как-то детонировала, блядь. Куда нажимать, мужики? Плита не работает. Может, зажать надо? Да вот ключик. Может, что-то зажать надо? Ну вот ключик, чтобы разблокировать надо. Вот так, может, давай подожди. Нет, ты сначала должен ключик, чтобы она разблокировалась вроде как. Да вот нихуя не нажимается ключик. О, блядь, факин. Щит. Ну что, блядь, с тобой? Пуки чудо. Сначала ключ, потом пол. Ну, блядь, ключ, вот я зажимаю ключ, ключ нихуя не работает. А может так? Блядь, что, комбинатский что ли, блядь? Хисаям, бро. Че он хочет там, блядь? Скажи, что ты еще сегодня не придешь никуда, блядь. Я тебя вообще, блядь, грохну сейчас Саня, блядь. Что? Тряпкой зажмите? Какой тряпкой? Блядь? Кого? Можешь протереть, блядь. Ну, блядь, технологии уродские, блядь. Пока морковку нахуярю, пока плита не работает. Если что, будем сырым жрать. Что делать-то, ёпта? Загугли. Купи себе, ну да все иди нахуй. Газовую себе купи, камеру, блядь, с родителями сходи туда. Оу, fucking game, рассказывай. На. Маленькая сука, ты у меня пососала, плитка ебучая, плитка. А это что такое за кнопка? Что это такое? У тебя там что-то за шкафе отключается. Да, я слышу. Не, это просто со временем. Да ёб твою мать, а! Да выключи! Ну, что с тобой стало? А,
морковь улетела, ёб твою душу, мать нахуй. Пиздец, вот сколько сложно. Плита лопнула, мужики, блядь, как готовить? А! Горячая она? А, блядь! Сука, нет. Ёбни её, блядь, дура, не горячая. Фу, блядь, ебучая плитка. Ну, короче, сюда, вот так вот. Нормально идет? Ну да. Пошли. Так, смотри, лук теперь жарим. Да. Сейчас мне там, блядь, придурочно что-то записал, блядь, если он сегодня идет, я... Так, 15 минут. Через 3 минуты томаты надо вытаскивать. Я не рисую арты, я делаю эдиты. 8 марта жди от меня сообщение в ВК. Спасибо большое за 552 рубля. Я не пишу арты, я записываю эдиты, нахуй. Спасибо большое за 552 рубля. Так. Мяу. А, через где-то, блядь, короче, ну, минут 10-12, короче, надо вытаскивать перцы. А эту хуйню минуты через 4, я думаю, можно выхуяривать и чистить. Я пока морковку... Чистить! А где ты оливковое масло купил? А? Где-то у меня дома было. Что? Дома? Нет, это здесь его было. А? Сюда ты принес. Hello, Brahma, and Adam Brahma. I love the song, people. Баклажан 300, помидор, помидор 350, красный лук 100, чеснок, чеснок 2 зубчик равно 10, оливковое масло, 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 оливковое масло. Оливковое масло, 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 масло. Масло, масло. Морковки тоже будет дохуя, короче. Давай. Такими большими кусками. Ну там она так хуярила. Там мы все равно в блендер потом захуяримся. Нормально масло? Два зубчика чеснока. Все, отлично. Так, что у нас по времени? Я думаю, можно помидоры уже расхуяривать, не? Как думаешь? Ой, блядь, а сколько времени-то прошло? Ну, где-то около 8-9 минут надо. А сколько надо? Ну, 10, ёпта. Ну, все, пойдет. Заливай, блядь. Давай, чисти, блядь. Кипяток. А, не нормально, блядь. Надо еще их вырезать, эту сердцевину, блядь. Слушай, вообще пиздата отходит. Ну вот, ёпта, ты боялся. Пам-барам-бра. Это охуенный лайфхак. Я ненавижу эти шкурки от ебаных помидоров. И, блядь, на будущее буду знать. Я не знал такой хуйни, что можно их обжечь. На активированный уголь. Ку, пацаны. Спасибо большое, Рао. Hello, Brahma, Black. And Adam Brahma! I love the song, Pimble! Ротахуй готовичи, дебилы. Ну, рутотуй готовим, и чё, нахуй, сиди завидуй, блядь. Ну, типа. Лох. Ну, типа того. Ну, типа рутотуй, блядь, тебя ебёт, нахуй. Типа рутотуй. А чё, мы сковородку уже разогрели, как нехуй петь, да? А, уже, да, ты лук забрасывай, да, уже. Поехали. Сортин, блядь, вырезаешь. Чем ты хочешь, чтобы я вырезал? Вот этой хуйней? Ножом, блядь. Ой, блядь. Ой, бля. Ну там с морковкой остатки выкидаем. Hello, Brahma, Black. And Adam Brahma. I love the song, Pimble. A, B, V, G, D, E, U, G, Z, I. И краткое. K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, F, H, C, Ч, Ш, Щ. Твердый знак. Ты. Мягкий знак. Э, Ю, Я. Это все буквы русского алфавита в порядке следования. А, Б, В, Г, Д, Е, Ё. Первая строка алфавита. Ж, З. Вторая строка. И. И краткая. Также вторая. К, Л, М, Н. Третья. О, П. Четвертая. Р. Пятая. Т. Короче, не, да ножиком просто выковырил. Ножик пришел, ну маленький ножик. Ч?
еще и ножик маленький портит. Так, блядь, а там не надо это? Через... Сколько там? На 25 минут, да? Блядь, туда... Я слежу. Ну, минут 6 еще можно похуярить. Слушай, вообще тяжеловато это делать. Да, я пол помидора сейчас нахуй. Ну, вот так, так и поговорю. Все, нормально. Просто вот это, вот хрящик этот ебаный. Нормально, нормально, нормально. И потом их нарезать надо в кашу, блядь. Ну, типа кубиками. Не в кашу, в рататуй, точнее, блядь. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну просто мелко нарезать. Пример есть, насколько мелко? Давай посмотрим. Ну. Нет. Ай, блядь, ну пизда ебаная нахуй. Понятно. А, ебать, а надо... А, нет, она. Вот. Да, жарить, 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 ёпки. Ну вот, просто они... Понятно. Все, иди нахуй, будет, бля, я сейчас пол помидора просто захуяжу, бля. Будет с этой хуйней, с нутрянкой. Порежь их просто, ёпта. Вот и все. Другого ничего лучшего не будет. Мне кажется, 4 даже много. Хотя, ох, вкуснее будет. Ля-л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 я
ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну как ты считаешь? Мне кажется, да. Похуй. Мне кажется, 3 будет нормально. Да, оставь 4. Похуй. Много, не мало. У нас все пожирнее, попизже. Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-л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 я. Дум-дум-дум. Дум-дум-дум-дум. Дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум. Пам-парам-па-пам. 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 Куда эту хуйню? А? Куда эту хуйню? Не, подожди, а сколько она жарила? Ну давай минут 5 пусть похуярится. А потом закинем это говно. Пам-парам-па-пам. Пам-парам-па-пам. Пам-парам-па-пам-пам-пам-пам. Блять, как же глаза ебёт. Я думаю, блядь, можно еще их это боком нахуй. Ты сейчас их в кашу превратишь. Так она и нужна, соус, блядь. А это соус будет? Да, да, да. Просто их поменьше, чтобы они быстрее уехали. Девочка, будь со мной, танцуй со мной. Ты будешь моим фанатом, любимый. Буду. Спасибо большое за 152 рубля. Ля-ля-ля-ля-ля. Да нормально, похуй, в принципе. Ля-ля-ля-ля-ля. Ой, блядь, кстати, вот в основе любых почти блюд 90% ебаная зажарка. Это, блядь, с маслом, с луком, блядь. Бля, с морковкой, нахуй. Четко. Пам-барам-барам. Пам-барам-барам. Сейчас с перцами. Так. А ты выглядел ранее, нет? Нет, еще 2 минуты, нахуй. Я думаю, можно ставить. Подожди, а это самое... Да. Они-то для чего нужны? Тоже туда, нахуй. Туда? Да. Запечённые да. Эти? Нет, мы их расхуярим так же. Что-то там зёрнышки надо будет вытащить. Ёлка. Слушай, я думаю, можно вот это туда уже захуярить. Так оно ещё не зажарилось, нахуй. Через, короче, 2 минуты как раз перцы доходят. 25, где-то в 26 минут мы их вытаскиваем. Захуяриваем туда это, перец, соль, это пока все кашеварится, мы пока с перцами разбираемся, достаем оттуда зерна, хуярим их, туда заливаем. Бах! Hello, Brimo, and Adam Brimo. I love the song, Pimo. А где главный рататуй Александр? Александр сегодня занят. А, блядь, да, надо. Саша должен был быть, блядь, чё. Саша рататуй, ёбаный. Саня, кодовое имя Рататуй. Кстати, крышу-то нихуя не Рататуй звали, крышу по-другому звали. Просто мышь. У него не было вообще имени. Я думал, что крыса это, ну, Рататуй. Я тоже.
Слушай, мне кажется, перцы уже на... Непонятно, они в фольге, бля, что-то там с ними происходит, да. 108 градусов хуярится. Рэми Родаковский. Так это, по-моему, этого звали, типа. Рэми Малик? Не, повар из рукопи. А, или крысу звали Рэми. Захуяривай томаты. Я думаю, можно. Давай. Давай, наяривай, гитара семиструнная. Чувствуешь, как у нас, ну, типа, прогресс типа, увеличивается? Насколько мы все стали более типа, сплоченно делать. Да, она потом, кстати, это все в кашу превращила. Она потом это в блендер все захуяривает. А, то есть, короче, это каша будет. Только вот прикол в том, что, я не знаю, блезет ты можешь два раза, скорее всего, делать. А, это все соус? Да. Еще вся и перцы? Да. Ёпта, это похуй, можно все мешать вот так. Да. Отлично. Так это тушиться сейчас будет просто вопрос. Так, давай тут соль, перец. Привет, Брейма, ОА. Передайте деньги с Бомбе. Шпана, топ. Ох, донаты, иди нахуй. Умник, блядь. Да что ты стримить будешь? Ну ты, блядь, иди на работу и тебе скажут, оф, зарплата нахуй. Что ты скажешь, ёпта, полудурок, блядь. Или иди зачет, давай тебе скажут, блядь. Иди нахуй. Как ты скажешь? Да хоро ты чё ебанутый? Ты нахуй столько перца всегда уняешь. Я в ахуе. Там одна столовая ложка, блядь. Ну, вот а чайная ложка. А что ж ты молчал-то, блядь? Сахар. Так, сахар. Ты слышишь меня? Метлику вынула. Сахарок, блядь. Нужно сахар, ёпты. Ты меня слышишь? Такой есть сахар. Где? Так, сейчас не показывали. Вот тут где. А, вот, нет, это мука. Блядь. Ай-яй-яй-яй-яй. В конце все надо засыпать остатками русской картошки. Вот тут, блядь. Вот, блядь, даже я знаю, где у тебя сахар, блядь. Сахар. Я его не потребляю. Спасибо большое, Рау, за 1313 рублей, бро. Сколько сахара? Блядь, я ебу. Короче, две столовые, ну, две, то, немножко. Чайную ложку возьми, блядь, две. Две чайных ложки, блядь. Буду. Может, помажь, посмотри. Это сода пищевая, долбоёб. Сода? Да. А-ха-ха-ха, развел тебя пранк над другом. Ха-ха-ха, да. Рататуль, сода! Пранканул кента просто, блядь, нихуя, не жданул, блядь. Перезаряжай, выстрелю в спину, да. Соль, сахар, перец, блядь, пиздец, какая-то хуйта. Hello, Brimo, blood. And I'm Brimo. I love the song, Pimo. Как пишется слово чурка? Чурния. А, чурния. Спасибо за 52. Это, кстати, мой первый стрим на мой новый телефон 13 Pro Max, который подарил мне Влад. Спасибо, Влад. Не за что, Антон. Рад помочь. Спасибо. Мне кажется, он свыпалится раньше. Просто этот соус, блядь. Да нам все равно его в блендер, какая хуй разница. Ну жидкость, я имею в виду, он просто сухой будет, просто ошметки будут. Hello, Brimo, blood. And I'm Brimo. I love the song, Pimo. А, У, Е, Е, И, Е, А, У, Е, 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 А, У, Е, 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 А, У, Е, 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 И, А, У, Е, 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 И, А, У, Е, Е, Е. Yeah,
Брамчик, зеркало тебе заменяет порно. Как меньше сделать? Давай на пятерку поставим. У нас реально останется нихуя, блядь. 4, мама. Нажми еще раз на эту штуку. Зачем? Чтобы она, типа, заблокировалась. Ну, давай сюда. Перчики! Вот и прихваточки купим. Они были, оказывается. У тебя все было, блядь. Куда? Ну, я ебуши, куда тебе удобно. Hello, Brahma, and Adam Brahma. Привезешь попробовать. Так, что у нас дальше? Блядь, закрой эту хуйню. Я сам боюсь ее, блядь. Я пиццу недавно делал. Да. Позавчера. Что да, я на меня делал. Ну, я не знаю. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. А, перца вообще с ними нихуя делать не надо, слышь? Их сразу в блендер, блядь. Ой, бля, ну у нас все не влезет. Ну мы в два раза будем, похуй. Так. Ну вот видишь, она все хуярит, типа, в этом месиво, бля. Переборщили мы с перцем, короче, да, Сленца? Тебе еще как-то их открывать же надо, блядь. Ну, блядь, сейчас что-нибудь придумаем, слышишь? Блин, здесь как они запеклись? Что там запеченного такого в перце может быть? Я ебу. Надо их просто очистить и зерна вы захуяли. Я понимаю, но не горячие, я их трогать не могу. А у тебя перчатки есть зимние? Я крутой, хожу без перчаток и без шапки зимой. Алиса, включи саундтреки из «Матрицы». Хочу «Матрицу» представлять четвертый раз, блядь. Раз в год пересматриваю стабильно. Работает. Бля, слушаешь, хочешь пересмотреть? Пиздец. Я не знаю, как он это сделал. Ебучий Дон Джейвикс или как его, Дон Джови, блядь. Что? Музык? Ну вот это, да, Дон Джови. Слушай, они просто теплые. Теплые? Ну да. Да, они типа не запи... Ну, типа, я хуй знаю. Они должны были раскиснуть вообще. Ну, что-то. Не знаю, что, блядь, что тоже. Они что, голову меня... ебать. Ладно, в блендере, правильно. А сахар больше не нужен? Нет. Убираем эту белую смерть. Опа! А. Владь, а ты не хочешь, ну, типа. Такой чисто, блядь, расколбас небольшой, блядь. Это коту, кстати. Коту не хуярит. Монти! Кстати. О, блядь, как хуярит. Мон! Слышь, они, короче, не жидкие вообще. Ну. Монти! Ну, проблема, ёпта. Видишь, что? Ай, блядь, они горячие, сука! Hello, Brahma, and Adam Brahma. I love the song, Pimble. Хватит игнорить донаты, Твемит. Она злится. Hello, Brahma Blood, and Adam Brahma. I love the song Pimble. Здравствуйте, джентльмены. Отправите свое блюдо в Курильск по почте России, пожалуйста. А что с ними происходит, когда сейчас чумят, даже понюхать, что вы? Чего? Ну, я его как лотку приучал, я немножко сыпал. Hello, Brahma Blood, and Adam Brahma. I love the song Pimble. Водка или виски? Ебу я его в этот глаз, блядь. Что доебали с этим вопросом? Так одни и те же нахуй. Ешь. Все, ладно.
все, ладно, понюхай. Бро, как будто бы три перца борщ. Ну родился он такой, родился он такой, родился он такой, без глаза, родился, блин. Ну все, хватит. Ну ты, блядь, что? Hello, Brahma, blood. And I'm Brahma. I love the song, Pimble. Влад, что ты какой-то хуйней занимаешься? Иди Антону помоги. Я под музыку с котом делал экшен. Он за мной бежал под крутую музыку. Он нанюхался своей... Hello, Brahma, blood. And I'm Brahma. I love the song, Pimble. Привет. Спасибо вам за крутой контент. Передайте, пожалуйста, привет уебивлику. Так, слышь, как будто бы готово. Все? В блендер? А вон запеклось, что ты говоришь. Ну, она должна быть типа так, как жижа, нахуй. Она твердая, блядь. Mm. Да посмотри, что там, нахуй. Ой. Ну-ка, шуварно, блядь. Тут нассали просто. Ну, да. Есть такое. Все? Ну, бля, пахнет пизда. Так, ну что, давай, блядь. Блендер? Я думаю, да. Супер. Не, ну что, это же должно получиться, да? Да, мне кажется, я мало нагрел просто духовку. Надо было подольше. Да, бля, нагрелось-то пиздец. А, фух, ебать, нихуя тут до сих пор ебашит. Короче, я думаю, знаешь как? Мы половину заливаем туда с одним перцем. Да. И потом вторую половину с другим перцем. Согласен. Кабачок цукини у тебя есть? Да. Я подготовился. Отлично. Ой, блядь. Ай! Мяу! Так, захуяривай пока в это. В эту чашку надо. Мяу! Я пока порежу перец. Мяу! Ты хочешь прям так? Блядь. Или можешь поварёшку помочь? Да бля! Да я помою посуду, сука. Сука, горячий тварь, ай! Так называемый рататуй. Это соус, да? Да. Сколько, на еще один перец соответственно? Или все докладываем? Ну, туда все влезет. Нет, ты еще ложку. Все твимит пошла делать Эдит Владу Мафани. Всем пока, люблю вас. Эдит. Эдитик подъехал. Так, сейчас. Оп! Ну-ка, шеварня, бля. Турбо. Я думаю, нормально. Да, куда я? Так, подожди. Блять. Сейчас посмотрим, как она. Сейчас, подожди, блядь. Вот она тут режет, короче, блядь, баклажан, кабачок. Детский нежданчик. Пюрешка, блядь. Знаешь, морковное пюре? Да. Знаешь, как собачья свадьба проводится? Нет. Знаешь, как собачья свадьба? Нет. Потом покажу, если. Ну, если найду, покажу. Так, ну тут она просто режет все для этих. Так. О, у нас даже цвет такой же. Угу. Ебать. А, это уже надо куда-то, да, форму какую-то. Это основа. Да-да-да, это все. Вот это туда, поднос, я думаю. А, мы в этом подносе делаем? Я думаю, да. Все, видишь, и дальше она просто делает эти, блядь. Слайсы? Укладывай, да. Все, вливай все в поднос, нахуй. Hello, Brahma, blood. And I'm Brahma. I love the song, Pimble. Передайте, пожалуйста, привет мисс Квит. У нее великолепные эдиты. Надо его поставить будет, бро. Сейчас я нарежу. Спасибо большое, Твейн. Все. Еще? Алиса, матрица, звук битвы.
Засыпаешь? Рок Дага. А рок Чичилан. Рок Ингуша, блядь. Во-во. Enemy Sky, блядь. Или как это так, ну? Бля, прикинь, мы реально, ну, типа, будем ебануты готовить. Да. Да прикалываемся, нахуй. А что уметь готовить? Да все. О, да. Дун-дун-дун-дун. Блять, а я искал ее реально 2 дня, не мог найти, как называется. Я на Мискай, по-моему. Надо было, наверное, перец сначала захуярить, потому что он нужен был. Блять, надо... это с какой части, кстати? А, это когда он его по улице, они... красная женщина, да, когда? Не, а, ну да, я, блядь, не помню, никогда с женщиной в красном платье, ну так, это когда он его в общем обучал, да. Это первая часть? Я не помню, братан. Бля, какой же фильм охуенный был? Взяли, засрали, блядь, какую-то четвертую часть. Я на себя так и не посмотрел, может, и не засрали. Не, Бэт Канин сказал засрали, значит, засрали, правильно? Короче, это тебе на ужин, блядь, перчик. Хуярь. Ну посмотрите, а. Ох, блядь. Ох, просто. Ну после киевсятина вот такое бывает обычно. Понос, блядь, говно. Или что-то еще надо будет жарить? А, в духовку вот это все запаяем. А, все? Да, нарезать сейчас все, ебать. Надо как-то это лопаточкой, наверное, кубом. Ну, блядь, ну вкуснятина. Бля, мне кажется, мы слишком много соуса сделали, прям дохуя, да? У нас озеро просто. У нас не будет места для... А что на основе-то? Овощи. А мясо не варится? Нет. Может, с мясом? Рататуй с мясом? Ну, блядь, как будто это не сытно просто в овощи жрать. Ну, это, блядь, это, понимаешь, это, ну, такая утонченная кухня, блядь. Закуска, что ли, типа? Ну, типа, блядь. Так, давай. Один баклажан. Помню, что мне надо уже не делать, на овощах и на томатном соке. Готовы. Блядь! Что? Было, да? А я захуярим сейчас. Вот это все, короче, туда и пойдем. Там этих овощей половины нет, но выебать же нам, правильно? Я этот сок уже быстро выдал, нахуй. 2 стаканчика, уже сока нет. Я думаю, даже можно соусы будет потом немножко скинуть, не? Или похуй. Да. Это уже Ганс-Циммер, потому что я... Так, нам осталось, по сути, нарезать баклажан, кабачок. Блять, а если в томатный сок, смотрите, еще и соль и еще и перец. Я думаю, вкусно будет. Да. Вот это целое, блядь. Ебать, сейчас няма-няма будет.
потонченное нарезать, да? Посмотри, она там тонкая. А, ну у него, блядь, эта штука, блядь. Да, тонко. Помидоры тонко. Не, там все тонко, блядь. Ну, короче, ты понял, как это, типа, устроено? Она, типа, накладывает раз, два, три помидора и повторяет это все. И потом укладывает все в этот. Ой, блядь, слушай, я что-то уже наел. Соком, блядь. А, бля, он такой сытный, пиздец. Помидоры 500 грамм. Нет, ну, тоник, помидоры тоник. Я понял, конечно, дохуя слоев, да, нужно сделать? Да, да, да. И все это укладывают потом. А, это как мы делали же этот, лазанью тоже слои вот эти ебаные, сейчас хуяли. Нет, там посмотри, она, блядь. А, ты просто мотнул назад? Да, да, я да. Я понял. А, так мы просто эту траву, которую здесь просто положим. Да, 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 на вот эту хуйню захуярим. Да. А, ебать, нихуя она тут придумала. Ебать, а потом что? Вот она охуяет эту хуйню. А, и домиком, все, понял. Ну, короче, все по слоям, да вот так вот разложим, да и все. Да. И только мы в нашем случае будем класть вот так. Да, да, да. Но не круглую. Погнали. Можешь по это, что? Про траву полезть. Вот, вот это, там мята какая-то ебаная, вот это вот что. Там что-то одно может взять. Там что-то тимьян, мята. Короче, похуй, вот это просто, знаешь, петрушка. Тимьян не надо. Там не есть тимьян. Вот, вот это, петрушка, что-то базилик, хуик, блядь. Сверху еще чеснок получается. И оливковое масло сверху. И травы вроде какие-то, да. Знаешь, как мы сделаем? Мы отсюда будем что-то убирать? Слишком много соуса или похуй? Не-не-не, не надо. Оставляем так, да? Да, конечно. Значит, мы просто берем вот, вот базиликом немножко вот тут вот посыпем, вот так чисто, вот, смотрите, так чуть-чуть. Ну, чтобы поприятнее было, правильно? Ну, вообще чуть-чуть буквально. Вот, ну, буквально вообще, понты. Это в самом конце, брат. Что? Я думал, лук будешь там? Вот стебли эти, нахуй, да. Это в самом конце, когда мы уже все уложим. Ну, лежит. А. Нет, это когда мы уже все накроем, можно. Потом быстро порежу. Да, просто откинь его нахуй. А сейчас на чем режем? Баклажаны. Там, если что-то лишнее останется, выкинем. Или там собачку отдадим. Кусочки маленькие, хуй знает. Ничего мы собачкам не отдадим. Не отдадим еще собачкам? Никогда не отдавали ничего собачкам. И в детский дом мы ничего не давали. Мы все сами сжираем. Так а мы сами плюс-минус из детского дома. Алиса, крутая музыка для готовки. Да все, у нас второй еще есть. Просто баклажанов больше, чем этого. Цукини. Ну это как будто бы много, блин. Все туда закидывай. Хуярь второй и кабачок. Блин. Я пока помидоры. Морковное пюре. Ну как будто баклажанов больше, чем у этого, блядь. Ну ладно, разберемся. Ну, будем-то равномерно, в любом случае. Помидор можно так же порезать? Да. Котик. Давай, это выброшу. А, кабачок всего один? Да. А что так? Ну я заказывал по 500 грамм. Сколько привезли, блядь, сколько привезли. Сколько рецепт был указан. Может просто его тоньше хуярить, понял, чтобы больше этих было колечек. Куда ты на все обратно? Мы уже, бля, я не знаю, мы уже все умеем готовить, ребят, реально. Ну любое блюдо, нахуй.
У нас, блядь, 5 звезд, 60 звезд и Мишлен, блядь. Чё это за хуйня в чате? Ёбаный кошмар, блядь. Фу, жарковато стало, блядь. Окно открыто. Мисаня пишет, там дерзко рейд запустил, ой, стрим запустил, давай я на стриме сейчас не буду, а ты мне потом рейд дашь. Типа он, маловато Саша будет, видимо. Так, он был, да? Ну, уже поинтересовался, знаешь. Так, у меня выбора не было, либо сейчас он как бы запускался бы, а вечером я иду нахуй со стримом. Он мне придумал, у меня условия ставят. Ну, как бы, по бартеру получается. Давай же мы туда тоже захуяли. Саня, Санечка! Слушай, блядь, ну... Как будто бы неплохо, ну. Ну, блядь, это овощи, вот единственный минус. Тут нечего жрать. Не, ну вообще нормально, мне как раз нужно детоксинуться, блядь, после алкашки и всякой хуйни, блядь, нормально. Пойдет. Так, еще чеснок нам нужен, зелень, оливковое масло. Алиса, AC/DC. Включаю AC/DC. Не хуйня. Алиса, музыка из Железного Человека. Включаю The Dark Ender, альбом Iron Man, Tony Stark саундтрек. Погнали, у него стал саундтрек. Его альбом или что? AC/DC ему написали трек? Я ебу. Не, это Black Sabbath, по-моему. Вот звезды. Чё? Это все помидоры? Да. Так. Там как-то что-то она вот так делает. Сейчас, подожди, бро. Это не все. Давай посмотрим. Ну вот, я помню, что она вот так. Вот так. То как будто там у нее больше вариаций было. Так. 25 на 4, 97. Да, нет. Также все помидоры. Да, нарезала, блядь. Жижу эту вылила. Потом она базиликом свежим, да? Но я просто посыпал базиликом. О, нормально, пойдет. Сделано. Огурцы. А. Нет, это. А, я понял. Она берет баклажан, кабачок, помидор. Баклажан, кабачок, помидор. Баклажан, кабачок, помидор, помидор. Теперь наоборот. Баклажан, кабачок, ну, помидор. Вот баклажан. Нет, вот баклажан. А это баклажан. Да, кабачок, помидор. И все, и повторяет это бесконечно. Ту-д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 у. Все, я думаю, вот такими стопочками можно их хуярить. Как-то укладывать. Ну ты их облокачивай, типа, понял? Наискосок, наверное, потом. Вот так или вот так? Вот так, наверное. Я думаю, вот так. Только тебе надо баклажан убрать. Не, там же сейчас пойдет дальше. Да, кабачок, помидор. Не, а, ну кабачок. Кабачка просто начинаем. Кабачок. Кабачок. Помидор. Помидор. Опять баклажан. Кабачок. Ну у нас баклажана пиздец. А что с динозавром делать? Каким динозавром, ебанутый? Что с динозавром? Да я ебу, блядь. Динозавр. Не, ну по-моему, чем больше соуса, тем вкуснее, правильно? Конечно. У нас соуса дохуя.
что-то еще послушать хочется? Алиса, вруби крутую музыку. Послушаем крутую музыку. Ого. Под кукинг самое то. Это нормально, ёпта. Правильно? Давай, хочешь сменимся? Да нет, прикольно. Давайте? Ну, прикольно. Залипательно. Алиса, громче! Алиса, еще громче! Как будто в детстве на компе играешь в эту игру про кухню, где надо быстро собраться. Ресторатор. Да, да. Бля, такая охуенная игра была. Жаль потом, что чит инжиниц все испортил, бля. Такой даже удобнее. Не так красиво, как в клубе, но зато не заёбно. Я могу тоже делать. Интересно, это как закуска идет вообще? Слушай, я не знаю, но мне кажется, типа, как, как гарнир. Ну, тут три ряда делает. Да, ровно три ряда. Ряды. Ох. Так, баклажан, кабачок. Ебать, ты слайсом нарезал, уже дорого. Как будто не хватает помидора, да? Нет. Как будто всего хватает, кроме кабачков. Кабачков супер. Хотя, слушай, есть какие-нибудь баклажаны? Не, баклажаны как раз духующие. Хотя с помидором будет маловато. Надо какой-то. Хотя... Да похуй, ёпта! Сколько получится, столько получится, я ебал на. Ну просто где-то можно так вот поменьше сделать. У тебя лишь... помидор нету? Смотри, нам одну помидорку купим еще. Не, нихуя, лук есть, морковь есть, помидор нет. Ну и пошли нахуй помидор. Да и правильно. Hello, Brema, blood. And Edmund Brema. I love the song, Pimble. Brema, привет. Покажи свои татуировки. Ко мне один раз подошли, короче, это. С подругами гулял, короче, подходит тип, говорит, девчонки, давай, короче, ты покажешь свои татуировки, а я тебе свои. Она такая, не. Я говорю, типа, ты, молодой человек, вы можете отойти, девушке неприятно. Он говорит, тебе что, пизды дать? Вот так вот на меня смотрит. Тебя что, наебашить нахуй? Где был? В Колпино. Это бы... ну, потом скажу. Он на меня так смотрит. Я говорю, типа, чувак, все, ей неприятно, короче. Он говорит, вот так вот на меня смотрит. Тебе что, пизды дать? Я так на нее смотрю. Не надо. А не, он что сказал. Пойдем отскочим нахуй, если не сыкло. Я говорю, не пойду. И он ушел. Ну, в принципе, что, нормально? Не, ну это лучше. Пойдем тебе пизды дам. Да не надо. Да что-то неохота, ёпта. Спасибо, конечно, но я, пожалуй, откажусь. Мы можем, короче, если не хватит, просто вот это немножко вытащить. В разнобой как-нибудь. Не так плотно сделано, и все. Ну, надо помидоры. Да хотя нет, добьем просто уже кабачками всем оставшимся, я думаю, да и похуй. Думаешь? Да, это какая разница, там сразу снят какой-то. Ты же не будешь есть только с одной стороны, ты так, наверное, можешь брать. Ну, как-то пациент, не похуй. Сейчас это точно. Слайс, блядь. Я вот некоторые вообще просвечиваю. Ну, блядь. И вот еще одна, отлично, бам. Бам. Может, все-таки... Да, похуй, короче. Бам.
А в конце будут просто кабачки и баклажаны. Да, да похуй. Ну там, главное, чуть-чуть осталось. Вот, зато ровно все. Похуй. Просто так их немножко потасуем, как колоду, блядь, ну. Пойдет. Ровно и четко. Четко и ровно. Такое, такое разоту и получается пока что. Сейчас посмотрим, что дальше будет. В соусе подтопить его. Давай, блин, сейчас немножечко. Оп. Ну, последний ряд, конечно, такой, бля, фальшивый. А, подожди, теперь. Немножко его сдавить. Ну ладно, похуй. Так, давай посмотрим, что она там, руби эту хуйню. Там она вроде зелень захуярила. А, духовку разогреть же надо, блядь, на сколько-то уже, да, наверное? Да, ну посмотри видос, бро, я не помню сейчас. Слушай, как будто бы можно... Зелень давай просто вот так вот, она же запекаться будет. Как просто он... вот так кинем, потом уберем. Она зажарится, все... Я думаю покрошить ее мелко-мелко и так сверху посыпать просто. Но она зажарится и будет такой, типа, можно просто, чтобы она отдала влагу, всю вкус. А как надо было? Ну сейчас посмотри. Сейчас чеснок еще надо. Соль. Еще соль. Половина чайной ложки. Привет, ребята. Хочу вопрос задать по поводу концерта Лиды. Вы в Краснодаре будете 3 марта? Да. Или когда? Да. Ой, какой 3 марта? 3 марта Калининград. Ну и что, и она так запекать будет? Да. С розмарином? Да-да-да, ну, да, да. А потом веточки эти убирают. А-а-а. Я не знаю, с этим получится, но получится, наверное, что. Вот нам фольгу хуякс. Все, короче, смотри, что мы делаем. Подожди, сколько я духовку-то разогреть пока что поставлю? 180... Час? Да. Ёпта, 180 на час. Так, короче, это мы пока убираем. Блядь, ваш... А-а-а, сука. Чесночка побольше, да? Да, конечно. Поперчи пока, бро. 180. Все вкусно нагревается. Ну алло. О-о-о. Ты прям любишь поперчить, да, блин? Ну оно не сыпало нихуя. А, он пойдет. Посолить надо чуть-чуть, да? Я посолил уже. А, ну все. Такая классная, детка, это шо? Что с тобой произошло? Я скоро тебе с контейнером буду приходить, да? Покроши просто. Я думаю, может быть, поебать. Я говорю, мелко-мелко нарежу сейчас эти ебучие. Мне кажется, они просто зажарятся. Я вот так вот, ну, типа вот вдоль, вот сюда, в соус именно. Ну, давай палочками положим, просто их уберем потом. Вот так прям положим просто. Доставать супер впадло будет, бро. Вот супер впадло, потом это все... Оно что, разогреется? Да мы же не дохуя. Ну, чесночка... Мужики. Здорово. Вы будете в мае в Красноярске на концерте у Лиды. Просто хочу понюхать яйки Мафани и угостить Брэмбо пивой. Это моя самая главная мечта номер один. Не будем в Красноярске. Что дохуя чеснока? Так, оливковое масло теперь немножко.
куда? Сверху? Да. Чуть-чуть? Ну, типа там... По всему так вот? Да, просто дали немного. Ну, по... Да хуя немного. Много не мало. А где полотенце? Вот сзади там. Все, на... хорош, хорош, хорош. Ой, подожди, а где? А, вот. Ну что, теперь этот, блядь. Я предлагаю просто веточками вот так. Хорошо, кидай. Хорошо, положи просто. Типа вот сюда раз. Бля, просто овощную рагу. Ну да. Чем тут наесться можно? Ну это просто животное. Мне кажется, это знаешь, под мясо, ну типа как гарнир. Ну, да, это больше такое. У нас, правда, нихуя не этот. Либо закуска такая. Ну мы, в принципе, сушеного говна то нахуярили. Не, я нормально наебнусь сегодня, заебись. Вот так вот именно, чтобы расслабить организм, ну немножко очистить организм, заебись. Чтоб попа какала хорошо. Вот такое будете жрать, блядь, геморроя не будет. Ну, с мясом надо чередовать, конечно, с рыбой, с мясом. Ну вот в основном, типа, если просто овощи. Мне кажется, вот этот с рыбой вообще заебись будет, как будто бы. Да, мне кажется, с говядиной, со стейком вообще охуенно. Тоже. Так, ну, блядь, как будто бы все. Че она там? Все? Дальше все. В духовку, ну, подожди. Ну, закрыть. Ну все, просто за это, за помпируем. Ну что, скажите, нормально же, блядь, а? Ну пока да, потом что дальше будет. Все, помпируем? Да. Ты лучше другой стороны, наверное. Хотя кто будет? Боже. Норм, но собакам пойдет. Да иди ты нахуй! Да надо еще один сложить. Да, да, да. Я сейчас подогну просто. Фу, блин. И еще перчик разыграем в моем телеграм-канале. Подписывайтесь. Зелень тут, блядь. Оставь ли часок у себя? Я вам в холодильник закину куда-нибудь. Угу. Погоди-ка, блядь. Что я сто раз не покупал. Вы здесь, нахуй? А? Че? Да я потерял камеру, смотрю, она, блин. Да, блядь, да иди ты нахуй, блядь, заебал включаться. Название разъебочка. Бля, вот вы, блядь, всегда-то говорили про жульен и про лазанью, нахуй. А в итоге, блядь, у нас все охуенно вкусно получается. Но это, скорее всего, не охуенно вкусно, потому что там блядь, нет мяса. Блядь, вот доставать это потом пиздец будет. Я так запаковал это все. Да нормально, похуй. Че, на час? Я думаю, час пустой, да и хустимся. Да-да-да. Ну запечется. Она же не сгорит, это же мы же не жарим. Не, ну тетенька сказала, блядь, час нахуй, надо 180, блядь. Ну, час, нет, я понимаю, я говорю про зелень, что убер... не будем доставать ее через минут 10 убирать. А, кстати, она там что-то делала. Смотри, она, короче... Смотри, она, короче, запекает. Ставит 1 час на 180 градусов, да? Потом все это захуяривает. Открывает. Убирает зелень, да? Да. Ну понятно. Ну вот, блядь, я говорю, что зелень... 15 минут. А, нет, он не убирает нихуя. А, она открывает просто эту хуйню. Да. Через сколько? Через час? Через час, 15 потом минут? Еще 15 минут. То есть час 15. Ну что, вроде все нормально упаковалось. Да нормально, ёпта, поехали. Все. Ну вроде да. Все. Hello, Brimo, and Edwin Brimo. I love the song, Pimo. Ну привет, моя маленькая девочка. Как твое настроение? Как твои делишки? Я до безумия соскучился о тебе. Доброе утро, моя сладенькая девочка. Хочу пожелать тебе самого прекрасного и невероятного настроения. Моя малышка, ну привет, моя девочка. Спасибо за 52 рубля. Ровно час, ждем. Писать сколько времени? А, сейчас. 16:08, ну 17:05. 5:10, короче. Это надо будет открыть и еще 15 минут нахуярить. Да. Фух, блядь. Слушайте, за час, ну, условно, нам теперь только ждать. За час можно приготовить любое блюдо, нахуй. Не, ну 2 часа, мы час еще готовили, мы час-то все резали. Ну, час все, как бы, а там просто ждать. Бля, ебать меня.
Фу, блин. Что в Калининграде будем делать? Баб ебать. А. Что за хряк в кофте с подписью «Россия»? Че, дурак, блин? Здорово, балбес. Привет, ребята. Стрим у Влада будет в 8. Алиса, вруби Ледача СВ. Я не нашла музыки по вашему запросу. Попробуйте еще. No name. Ну все. Что вечером будет? Это секрет? Да нет, сегодня... Сейчас просто читаю. Сегодня... Сегодня будем с Айком секс-бомбой в образе Анжелики и с Лизой пикапить всяких ебланов с Давинчиком. Созванился. Ой, или Анжела, как он там, блядь, называет? Брам, ты какал? Сейчас пойду какал. У, что-то я упарился, блядь. Жарковато, нахуй. Блин, а с чем Рататуй хавает обычно, реально? Просто... Ну, в мультике он его просто взял, блядь, и хавал. Он просто заказал себе Рататуй и просто сожрал его. А ты в Марселе не поедешь в Калининград? Мы все в Марселе не поедем. Ну ты опять в костюмах все. Это эти, поездные, да. Будем хайпить молодежи флексить. Это концертные, блядь. Конечная сумма, после стрима пойду гордо бомжевать. Может, хоть рисовать научусь, я делаю успехи. Правильно, Камиль, правильно. Если у тебя есть деньги, отдавай их все мне, это правильно. Вы последуйте совету конвертика и отдавайте все деньги мне. Спасибо большое за 1000. Думаю, в шоколадный цвет покрасим. Шоколадный? Да. Молочный? Нет. Такой, прям 100%? Ну такой, знаешь, типа коричнево-бордовый, блядь. А-а-а. Каштановый. Тоже какой-то. Молодишь-то все, да? Ну да. В интернете уже не воспринимают. Либо... Я пожигать волосы просто не хочу. Не, меня сейчас тоже заебет, только я буду в черный ебануть. А я белый. Слапаемся просто. Блять, у меня корни просто отросли уже, пиздец. Вот тут. Так пища выглядит, не знаю, мне нравится больше, когда корни отрастают. Ну, ты будешь краситься перед Калининградом? Да хуй знает, как будто бы надо. Не знаю, наверное, я еще раз подкрашусь в белый, чтобы они были прям побелее, чем были. И вот потом уже все, в пизду похожу уже 2 месяца так, потом в черный. Да. Масло забыл, ёпта, какое масло? Оливковое мы добавили. Не какаешь кровью больше? Какую? Кстати, я выпал с утра. Да врачи ебанутые какие-то, я не знаю, но, блядь, ну я откровенно, у меня прям капает, нахуй, ебаный свет. Он мне говорит, все, заебись, все нормально. Ой, я пойду покакаю, кстати. Хуй его знает. Я реально не понимаю врачей. Обычно так говорят, когда реально что-то, знаете, хуёвое находят, там рак какой-нибудь, они такие, типа, до последнего. Ну, все нормально. Я чувствую, что ненормально. Да нет, я в патоклинике еще, блин. Мне и показали, то есть снимки, все, то есть где-то маленькую эрозию нашли, чуть-чуть небольшую, но блядь, капает, как будто там реально открытая рана, нахуй, я не знаю, это бред. Может опять геморрой, я не знаю, что мне с ракой, блядь, я хуй знает. Я не знаю, чем можно просто заниматься. Я занимался спортом. Активно, ходил в зал там, блядь, не бухал 2 месяца, вообще ни грамма алкоголя, блядь, был геморрой, срал кровью, начал бухать, сидеть дома, ограничил себя от спорта, ну, как бухать, блядь, раз в 2 недели, типа, все равно ничего не меняется, что бы я ни делал.
сексом нужно заниматься, да? В жопу? В писю. А писей в жопу. Ну таких, блядь, желающих мне писю в жопу вставить, блядь. И это еще в стране традиционных ценностей, блядь. Вот сейчас вот запишем, блядь, каждого нахуй по никнейму найдем, блядь. Hello, Brahma, blood. And then in Brahma. I love the song, Pimble. Ма, Фаня, когда будет кастинг в шпану и анбоксинг бугра? Анбоксинг бугра? 15 марта будет анбоксинг Артема Графа. Скорость. Называйте скорость. Смотри, ложку не сломай. Свиданки? Сегодня не в ИРЛ формате свиданки. Мы игру, мы в Давинчике будем искать, созваниваться с ними. Сегодняшняя пятница. Я заебусь каждый день вам делать, блядь, ИРЛ свиданки с чуваками с Давинчика, потому что я, ну, их они кончатся просто. Каша в шпане уже, да он же принял. Ты есть в WhatsApp? Есть, в Viber есть. Мне лет уже сколько? С Бугой в эту пятницу. Вот, мы купили билет. Как этого, блин? Слово пацана я забываю, его зовут, которого отшили и оплевали, блядь. Который Яралаш кинул. Вот все, я купил ему билет, он в пятницу прилетит. Кстати, по поводу билета ему. Как тебе бритва, кстати? Еще не пользовался. Чем? Ну она, если что, не на длинную штину. Ой. А штанишки упали. Ой. Артем Граф 15 числа. Бля, поспать не буду. После конца. Сладенький. Ты что там делаешь? Подрочить сел? Или что, фартки насрал, пока бежал? Не дошел, ёпта. Жарко, пиздец. Бля, ну принесите тогда и 15 на концерт. А что, какой 15-го? Что за концерт? У Коли кого-то еще что-то 15-го будет? Ну, да. Не концерт, у него 63 года, конечно. А где у Коли концерт 15 марта? Девочка, будь со мной, танцуй со мной. Кубрема, это мой первый донат, что за пот? Сегодня в 8. Сейчас мы хрючево доготовим, я пойду упаду в подушку, посплю немножко это. Пойдем. Что еще можно прикольно приготовить? Лазанья у нас была, жульен был, рататуй был. Что еще такое, бля? Веселое что-то, прикольное, бля. Покашеварить, бля. Пиццу? Ну, бля, пицца как будто мне не так прикольно. Пицца за полчаса. Ну там нечего делать. Ну она же в духовке больше не пекает. 20 минут. Пицца это быстро делается. Суши, пицца это хуйня, торт хуйня. Пельмени? Пельмени. Ну бля, лепить пельмени. Ну с разными начинками. Да мы делали с Максом. Мы делали, ну, адские начинки. Орешки, бля. Килька. Потом эти шпроты, креветка. С креветки шла нормально. Мы там пиздец. Это уже дамплинги. С кукурузой, говном, ну, со всяким говном. Манты. Блять, вот пельмени нет, а вот манты, да, ёпта, охуенно. Шаверма нет. Надо что-то интересное. Уху, что там было?
Уху на природе? Ну, уху на природе делать, типа, я хочу сделать, типа, КМБ, прям этот чан взять и на костре готовить, но это надо, чтобы тепло было. То есть, вот, ну... Ну, а здесь в марте уже будет тепло, блядь. Роллы, хуйня. Рагу. Так вот, рагу, это, блядь, это же овощи. По сути, ракату, это рагу. Ну, ну да. Хуй колбой, так, прикинь. А тогда надо чан где-то найти, это... И на природу. Вот помнишь, куда мы ездили? Ты издеваешься на котом? Сам дурацкий. Бургеры, ну, блин, тоже быстро. Да фастфуд все быстро. Hello, Brahma, and Adam Brahma. I love the song, Pimble. Здравствуйте, я не Акаглай. Знаете, я был неправ. Верните меня в шпану, пожалуйста. Hello, Brahma, and Adam Brahma. I love the song, Pimble. Запеканку МБ. Запеканку. Лазанья, жульена тоже запеканки. Спасибо за 52. Молекулярно? А что молекулярная кухня? Надо погуглить. Что-нибудь смешное, интересное. Суп это, блядь, долго. То есть там просто бульон надо варить, блядь, 10 лет нахуй. Ну хотя если... Можно какой-нибудь, знаете, вот сливочный сухой стрим. Нет, блядь, мокрый. Котлеты по-киевски. Все. Не, ничего. Я так и думал. Ладно, подумаем, короче. Что-нибудь такое, блядь, странное хочешь, необычное. Просто рататуй, это ну, довольно странное завтра блюдо. Как будто бы. Столько галерей, охуенно, блядь. Реально чан, блядь. Просто чан оливье. Да, оливье-то тоже не сложно. Да. Что там из высокой кухни? Да, блядь, загугли просто. Да, да, молекулярно. Высокая... Надо будет реально, я хочу, типа, сделать этот... поехать тут, мы с палатками куда-нибудь поедем. И там заодно, типа, в стиле КМБ сделать, типа, гитару взять. Мне вот завтра надо сделать стрим, подготовка к бою с Артем Графом. Ну, прям вообще, ну, пиздец, как-то готовиться. То есть в лесу, там, бегать в трусах, то есть, типа, чтобы меня жгли, блядь, типа, там. Завтра? Да. Ну, поехали. Давай завтра утром сгоняем, возьмем эти, можем палатки взять, зимние. И в лес. Да, или... я знаю, куда мы поедем. Ну только не в парк, бля. Не в парк, я тебе сейчас скажу. Ой, блядь, как тут? Они ебут на Севастика 28. Да, в лес, бля. Завтра поедем, сделаем. Стрим из палаток будет? Будет, конечно. Бля, интересно, там где вот, палатки, там можно чан сделать? Для готовки. Можно, чан. Блин, кстати, да, там можно что-то на костре сделать. Сделать какой-нибудь кукинг. Но мне надо будет, чтобы, да, в меня с лука стреляли. Там. Я хочу такой здесь какой-нибудь лук пластмассовый, типа, чтобы у меня копья стреляли. Мы надо просто утром завтра проснуться и сделать подготовку в стиле Джона Рэмбо. Блядь, как думаешь, если я окунусь, там лед уже, или уже растаяло? Ну, это холодно, пиздец, братан. Ну, да. Ну, это закат, ну, бля, это холодно, пиздец. Да быстро окунусь, похуй. Ну, а вот это... На плоту поплыву. Не-не-не, тебе добывать надо... рыбу? Ты я потом на плот не залез... Не, в пизду лучше не заплывать далеко. Лучше вот тут нырнуть просто, потому что там течение хуй знает какие. Тебе еще унесут. В карьере нет течения. Да, блядь, ну на всякий случай лучше просто зайти и прыгнуть в лужу, блядь, и выйти, полотенце захуяк и все. Монту 4 года.
Просто надо утром встать. Прям конкретно, чтобы все успеть. Надо в магазин за луком, за всей этой хуйней. Прикинь, у костра в стиле сталкера. А Валера уже уехал, да? Он 7-го тут приехал. 7-го? А. Коля звал на маяк Мифокона. 7-го в Москве. Ну, бля, я думаю, что мы заебемся ездить просто. 3-го... 7-го марта? Не да? А как он может выступать там? 3-го у него, потому что концерт в Калининграде, 7-го маяк Мифоко. Нет, у него 3-го в Калининграде, 4-го Великий Новгород, потом у него Петрозаводск, ну, видимо, потом Мурманск, блядь. Видимо, не 7-го. У него, по-моему, 4-й, 5-й, как он? Потом до Москвы, блядь, что странно. Да он-то ёбнутый, он, блядь, ездит по этим городам. Это Великий уже... Новгород, кстати, 2 или 3 часа на байсе он поедет. Великий Новгород? Да. Так нам тут доехать-то, блядь, часа, да. Полтора. Мы вот возвращаемся и можем с ним до Великого Новгорода. И потом обратно на... Он опять в этот, в Питер, и нас добросит. То есть мы можем и Великий Новгород уже залететь. Ну, да. При большом желании. Бля, заодно можно прикольно сделать. Надо только этот, грязь здесь сделаем, бля. Ну, я Рэмбо куплю. Джон Рэмбо. Hello, Brahma, Black. And Edmund Brahma. I love the song, Pimble. Здорово, братон, как же тон? Спасибо большое за 52 рубля. Да нормально, все хорошо. Красноярск, да как-то неохота. Палочка Самару диваном, хуй знает. Да. Палочка за диваном бежит, чувак. Шарит. Почему? Hello, Brahma, Black. And Edmund Brahma. I love the song, Pimble. Влад, покажи котика. Brahma Sex. Спасибо, бро, спасибо за 52 рубля. Вот она нашлась. Вы будете на свадебном спид-концерте или ты? Будем. Глубоко, мне, ребят. Спасибо, конечно. Бля, ну если вот чан можно будет взять и какую-нибудь херню, типа, ну, под костер, знаешь, чтобы его поставить. Да, большую вокс поворотку можно. Я не знаю, просто в аренду там есть такие штуки, блин. Ну, было бы прикольно. Прикинь, вот костер, гитара. Сидим. Можно будет велю позвать. Пусть он проснется. Ошибка новичка. Чу, ну так даже лучше. Он расспрашивает меня, в принципе, он до завтра подождет. Не, на костре надо делать какой-нибудь адский суп, понял? Да. С перцем вот тут. Чтобы его в лесу срать, блядь. Я сегодня, короче, посмотрю тогда рецепт, который можно сделать на костре в этом, и где чан можно взять. Но нам надо еще, знаешь, чтобы мы начали, короче, ну, когда светло еще, а закончили... А сколько сейчас тебе интересно? Ну, сколько? Я думаю, в 6.30 закат уже, в 6.30. То есть, условно, знаешь, там, 4.30 где-нибудь начать, и чтобы сумерки были. И, у меня, и фонарик надо взять тоже, чтобы ты в выживании. Ну, лучше 3 человека, да, чтобы ты с кем-то взаимодействовал, еще был, который снимает. Угу. Типа, 3 человека там. Говорят, песни осуждают. Осуждаем. А что? Осуждаем. Осуждаем. А что с песней так? Это же Тейлор Свифт. Это... Песня. Ну, мы не знаем, как бы, это искусство, поэтому как бы... Мы английского не знаем. А, я kiss to girl and I like it. Что, блядь? Ну, блядь. Ну, похуй. Может, мужик поедет. Это когда вот девки с девками целуются, не будут, это нормально, я считаю. Вообще, там нет ничего такого. Я не считаю, что это пропаганда какая-то ЛГБТ. Подружки просто. Ну, нет, даже сексуальные. Хорошие подружки. Нам бы таких... Не, мужики, это уже... Нет.
В нашей стране это запрещено. Это отвратительно. Во сколько мы запомним? Завтра? Ну, я думаю, все. 12 дернем, пока все куплю, да, я не туда. 3 запустим, 4, 5, 6, 7, там, до 7 вечера. Пацанам 50 тоже не хочет? Да. Часа в 4 идеально запуститься, ну вот сейчас, вот сейчас нормально. Ну да. Я думаю, часа полтора еще будет ездить. Ну, я говорю, где-то в 6.30, но сейчас уже нормально. Уже самые темные времена прошли, блин. Стрим лесу, да. Бро, го в Хабаровск, да не охота что. Когда стрим? Мы больше не стримим. Когда суд над Бугром? За что? Будет стрим. Надо Бугру, кстати, два откинуть. Uh-huh. А то у меня просто никнеймы еще меняются, блядь. Теперь он Бугор Про, блядь. Лучше бы Артем Блогер назывался, конечно. Ну, наверное, бы занято было, Артем Бугор, Артем Блогер. Не, Артем Блогер, вот Бугор надо было, но здесь занято. Сука, занято. Не, Бугор Про нормально. Пойдет. Бля, одна роль его так завирусила, это имя, блядь. Одна роль у него была в одном ИРЛе, блядь. Да кто не ставил? Буквально час всего, там, блядь, Бугор, кликуха была, и все. Пиздец, зафорсили. Потому что не знали, кого зовут, и запомнили этого чувака именно как вот. Звучит хорошо. Да. Я в Омске еду, да, 17 апреля. Возможно, я в Самару приеду, из Самары с Колей, там, Уфа, Магнитогорск, еще какой-то город между Самарой и Омском. Я на басе с ним поеду. Гостер ли тамак? Что это? Соус, блядь, какой-то. У тебя зеленушка, морковка, лук. Отлично. Спасибо. Только думал, блядь, когда уже поем, наконец. Вот, ну, я раз в неделю приезжаю сюда. Не умный, такого, блядь. Вчера я только позавтракал. А ты и доел, кстати, эту хуйню? Да, я за три дня спал. Нормально? Да. Уфа. Да, ну посмотрите, короче, какие города между Самарой и Омском. Возможно, я там буду. О, я не помню. У него и в Ростове, и в Краснодаре, и в Самаре. Че? Какие концерты? Да. Конечно, все рядом, блядь. Краснодар. Ну да, там. Alabama, блядь. And Edmund Braver. I love the song, Pimble. Привет. В Астану не думали сгонять на концерт 2 мая. Далеко. Далековато. А в Новосибирск? Не, неохота. Бля, это ж в эту субботу мы уже уезжаем. Да. Опять бухать. Бля, можешь вообще не пить на концерте, блядь. Ну там, сука, райдер, это да, нервы только щекочут, блядь. Бесплатно, егермейстера куча, блядь. Это невозможно будет держаться. Слышь, что я сейчас сказал? Ладно. Джиггерметры эти. Да, блядь, это... Типа джиггернауты. Я, кстати, в сауне вино пил, утром проснулся, вообще огурчик нахуй. Ну, не так весело. Слушай, я нормально. Вот так, когда ты уже уехал, я уже все, в кондиции был. Только, хотя только вино пил. Не, я убирался, будь все нахер, блядь. Да я видел. Так хуёво было, значит, я не поспал 10 часов, но все равно, блядь. Под конец вот так хуёво, чтобы пустовал. Мама, я домой. Hello, Brammer, blood. And Edmund Braver. I love the song, Pimble. Берите Саню бомбу в лес. С ним не пропадете. Блин, да, херово. Я бы Саню бы я звал вообще на каждый РЛ. Ну, типа, на улице что-то делаем, вот здесь вот. Брама, ты сегодня что-то спиздишь. Что? С квартиры Влада. Нет, ты никогда ничего не воровал, Влада. Есть что-то не пил?
Бензин не пил, блядь. Напалм не пил, блядь. Через сколько надо будет? Через час, да? И оставить еще на 15 минут или как? Да, да я думаю, мы сейчас, ну, попиздим немного и будем в офисе, а результат уже будет в Телеграм-канале. Потому что нам еще, ну, час 40, ну еще, блядь, 55 минут нам сидеть просто. Я могу играть в пуп пойти, а ты меня будешь стримить. Я буду сидеть в наушнике, буду играть, сидеть или вдох. А ты будешь рядом на стуле снимать, я играю. Круто. PUBG. Такой чисто мультибрендовый стримчик у тебя будет. Игровой и кукинг, то есть... Как раз там катка в пупке, не знаю, на минут 25. Ну, хотя ладно, у меня может быть и быстрее. Не, давайте реально на час в кусте будем. И будем как на рыбалке. Диалоги на рыбалке. Я такой, оп, подожди, фазан. А! Зайди в мой ТГ, пожалуйста. Самару я, может быть, дерну, да. Так, ребята, ну давайте половимся тогда на мой телеграм-канал. Не, ну вот если будет, типа, 31 100, да? Тогда как будто они не хотят, чтобы я постримил, как пипа поиграть. Ссылка в чате на мой телеграм-канал. Чего? Роскомнадзор внес сообщество Steam в реестр запрещенных сайтов. Что в случае блокировки российские пользователи потеряют доступ к страницам профилей, спискам друзей, обсуждениям, мастерскому. Ну все, будем, бля, на Яндекс.Играх играть, нахуй. В гоночки, блядь. Отлично. Да не, заебись, заебись. Я этому тоже рад. Вот у нас убрали Кока-Колу, я перестал пить лимонады. У нас убрали Кока-Колу, появилось 10 разных Кока-Кол. У нас уберут Steam, у нас появится 10 разных. Нет, я перестал жрать. У нас убрали Макдональдс, я перестал жрать фастфуд. У нас уберут Steam, я перестану играть в компьютер, блядь. У меня убрали PlayStation Store. Я вот сейчас пройду, я прошел Вальгалу, я пока не играю в PlayStation. Там что-то до Человека-паука дойду через недельки-две. Но пока играть не хочется, прошел все, отдыхаю. Уберут Steam, вообще за компьютером сидеть только вот стримы, 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 развлечения. Уберут Twitch, вообще на работу пойдем. Бизнесменами станем. Ну как бизнесменами? Уедем жить, заниматься спортом. Ты будешь таксистом, я буду на погрузчике работать, и тут будем потом водку пить, блядь, с огурцами солеными. Не тут уже, скорее всего. Скорее всего, где-то в коммуналке, блядь. Это будет дороговато уже. В соседних комнатах просто приходить на кухню, на общую. Ну здорово, Владик. А помнишь? Ай, да не надо вспоминать, блядь. Не говори. А, ну чат, не, вообще YouTube еще останется. Чат рулетки сначала, чтобы с ним какое-то время. Ну что, хотят они, как думаешь? Что? А. Смотри. То есть, ну, надо понять, хотят они, не хотят. Ну, не особо хотят. Не очень хотят. Ну, типа, а, хотя 50, ну, 20 человек подписалось. Ну, еще, типа, 43 человека, если вы хотите, как бы. Я сейчас подумал, что ты красную игру купил столько, бля, я думал, нихуя себе он, блядь, жрать, да, блядь. Донатики, ёпта. Я думал, да, жрет, блядь, как мразь. Прикинь, я кинул, короче, этот шарик ёбаный для ванны. Один кинул какой-то, он вообще цвета не дал. Я красный кинул, ебать, просто река, блядь. Думаю, ну нихуя себе, я как Дракула просто в ванне лежал, блядь. Пока что, типа, ну, еще 43 человека, если вы хотите посмотреть, как мы, типа... 40 человек, вы, ну, посмотрим, как, типа, Влад играет. Пока слабовато, да, правда. Ну, типа, пока я не вижу большого желания, но вы можете тапнуть по экранчику и перейти по ссылке на мой телеграм-канал. Слегка хотите. Hello, Bramablack, and Edwin Bramer. I love the song Pimble. На ТГ подписались все быстро. Еда будет готова через... Смотри, через 20 минут мы достаем. Нет, за сколько времени? 23, там 17.10 надо, 17.05 где-то. То есть 27 минут это еще до этой, и потом еще... Короче, полчаса. 40 минут где-то. 20 еще. Минут без этого надо было? До 17, 15. 20. Ну то есть сейчас 27 минут. Ну смотри, полчаса еще так, как раз каточка в PUBG. Угу. Потом снимаем. Потом снимаем, еще ждем 15 минут, и все, готово. Куда вы так рано подрубили? Я только сейчас домой пришла. А кухня, блядь, работает нахуй. Думаешь, вечером? Да нихуя подобного. Ну, гори в аду.
просто, ну, гори в аду. Ну, блядь, ну это, понимаешь, это говорит больше о тебе, чем обо мне. Ну, если тебя, это правда, тебя пиздят в школе, ну, как бы, извини. Гори в аду. Ты гондон. Сдохни. Ну вот, видишь, ну... Я вот под этим комментарием, я думаю, что они не хотят, чтобы ты играл в PUBG, знаешь, чтобы на стримерах ты играешь в PUBG. Посмотрим. Ну, что же, побольше хотят? Не, ну, посмотрим. Пока, типа, не очень сильно хотят. Не, ну, нормально. Ну, уже, да, 25 человек осталось, как бы. Еще 25, или 25, и Влад идет в PUBG играть. Не, если вы хотите, посмотрите, как он играет в PUBG. Знаете, вот, типа, ностальгия... вот дети нулевых, да, вот поймут эту ностальгию. Когда ты к другу приходишь, вот Влад ко мне так приходил. Он мне приносил игру, короче, «Бешеный таксист» или как? «Крыс такси». Вот, и вот мы играли, короче, на компьютере. В 4-м классе. Да. По очереди играли. Там Warcraft, знаете, Frozen Throne, типа вот. Дети нулевых поймут, короче. В России нам... And Anna Braver! I love the song Pivotal! Плод 703 703 подписки на ТГ Абрамчика. Спасибо большое за 52. Ты нас любишь? Обожаю, нахуй. Всеми фибрами души. Да, Монти? Твоя киска будет довольна. Это перчик? Ну, это, короче, вибратор в форме овощей. Огурчик. А он, типа, ну, на... Ну... Щиплет, интересно, там есть? Это для бесконечных оргазмов. Твоя киска будет довольна. Подожди, а он ты какой-то... Ну, он, видимо... Ну, какой-то... Да. Он есть остринка какая-то, знаешь? Да, что-то... Нежность при каждом касании. Ой, морковкой себя ебут, кукурузой, блядь, себя ебут. Завтра в лес поедем, да, с Ладосом. Ну, Зельку позовем, если он, типа, сможет. Кто еще? Ну, Санька, ну, я не знаю, Санек, у него просто... У него марафон с КНАФа. Я не знаю, такое нельзя показывать, наверное. Нельзя. Ну, поздняка, блядь. Браво, покажи сиськи. Ну, ребят, ну, блядь. Давайте я лучше, ну, покажу результаты телеграм-канала и посмотрим, насколько вы хотите посмотреть, ну, как Влад играет в PUBG. Слушай, если, короче, ну, вот, есть, короче, этот... Ну, 21 человек. Если там будет отписываться потом, ты на паузу ставишь PUBG. Ты не будешь. Ты не будешь. Ты все, ты руки с клавиатуры убираешь и все. А если меня какой-нибудь лох убьет? Ну все. Я просто свечку ставлю, а-га. Чтобы так с прицелом. Давай приготовим плов. Да, блядь, плов не очень. В Уфу возможно. Если с Самары поеду до Омска с Колей, возможно, туда. Двадцать еще, ну вы охуели, ну ребят. Ну не хотят нас люди подписываться. Ну блять, ну видите, не очень хотят. Ну а что мне не хотел, что ли так? Вот так. Владик не хочет в PUBG играть. Не хочу. Он уже, вот видите, у него уже желание нет. Не, ну если как бы подпишется 20 человек, то он захочет. В лес чё? Сколько вы дружите? Спасибо большое за 1000 рублей. Спасибо, Сашулька. Мы, а я не знаю, Влад перестанет со мной дружить, если не подпишется, если он не пойдет играть в PUBG. У вас еще 10 минут есть, да. Иначе мы больше не дружим. Дружим? Сколько мы дружим, блин? 10 лет. Лет 17. 16, 17 лет. Еще 15 человек. Вот тип пишет в чат, спамит. Вот он сделал ник Браму Алкоголь. Почитай мой ник. Почитай мой ник, почитай. Ха-ха, Браму Алкоголь. Ах, блин, ребята. Че, не очень хотят или что? Я не понимаю. Ваша аудитория столько лет, сколько вы дружите? Меньше. Еще 13. Ребят, ну... Добра, вы можете просто залпом 13 человек просто 13 и все. А что проблема? И мы идем в PUBG. Я вам покажу карты крутые, я скачал. Или пасьянс разложил. Бля, ферстончик. Десять. Я призвал этой палкой опять
Мне 13. А что ты будешь делать, если я зажму тебя? Все, палка здесь, что ты будешь делать? Что кашу шпаны выгнали? Что в бане он сам вышел? Жизнь такая штука. Да, ну ты же жопа скользкая, а? Срока. Ну что, PUBG? Или не PUBG, я не понимаю. Ребята хотят, чтобы ты в PUBG поиграл? Еще один человек. Один человек. Но с запасом. Не, если мы как бы будем идти и отпишемся, мы остановимся посреди коридора. Мы будем стоять в коридоре нахуй. Зрители управляют моей жизнью. Все? Точно все? Да. Ну пойдем. С лихвой. Ну пойдем. Пойдем играть в ПГ. Я сказал, если специально будут гарсы делать. Ну все, останавливаемся, значит. Идем медленно. Очень медленно. Отписался один. Мудак. Три мудака отписалось. Ну все, стоим здесь. Ну а инстант что делать будет? Ну все, стоим. А давай сядем, вот чтобы они компьютер видели. Согласен. Хотели бы вот. Компьютер-то он вот. А ты это, не закрывай телефон, мы будем следить. Слава богу, что здесь открыто. Сейчас бы... Ничего не спать. Жопы, не сиськи. Ну, кстати, даже в папу просто на главном видео поставить, если и так со слезами. Владик очень хочет поиграть в PUBG. Да, ребята. Ну вот так вот, значит, да? Отписываться? 94, ну все. Сволочи. Все, ребят. Никакого подбора. Ну, это вы не люди. Да вы охуели. Не мы охуели, а вот те, кто отписались, охуели. Видите, как поступают? Угу. Вот. Вот такое взаимоуважение. 96, так. Такое взаимоуважение. Ну вот, типа, вот меню вы видите уже, да? Как бы уже близко, ребят. А Владику, блядь, плохо и дурно из-за этого. Вы вот этого добиваетесь? Что вы слез хотите на его глазах? На, покури. Да, я куснул, суки. Ну, покури еще. Чтобы вообще убойно было, нахуй. PUBG. 104, ладно, давай. Ура, играю. Ура, играю в PUBG. Классный костюм. Спасибо. Такой легендарный. Поиск. Если хочешь отписывать, то это отменяй поиск. А быстро. Ну, значит, на паузу. 97, все. Я на себя камеру переворачиваю. Да. Ну, нет, не, как бы, если не хотите, да, окей. Нет, как бы, ну, дело-то ваше, ребят, как бы. О, блин, у него там классно. Ну, как бы, дело ваше, ребят, сразу говорю. 96, ну, понятно. Не, ладно. Окей, не, я, как бы, что... Что за ПК-компьютер? У Влада ПК, какой ПК-компьютер? Но... Последний. Последний самый. Скорее всего, последний. Если Twitch закроют, то точно последний. Моей жопой, блядь. Он его продаст, чтобы резину поменять, блядь, на машине находит. И таксовать. Так, смотрим, интерактивчик. 100, окей. Смотри, как Влад играет. Владя! Ну, блядь, а. 99, все. А я только в починке прыгать собрался. А я на школу упаду, чтобы... Прикинь, он на стрим заходит, у меня 1100 онлайн, и я сижу просто вот. И там звуки PUBG на заднем плане. Лечу в самолете, блядь. А сделайте эти, что я в самолете лечу, типа. Ну, ребят, вы сами как бы кузнецы своего счастья. 102, вижу. Все, поехали. Влади играет. А мне категория менять или не менять, интересно. Если вот так. Мобильный стриминг. А прикинь, я камеру могу управлять, типа.
Ебать, да, типа 360. Ой-ой, что-то я последний лечу. Только я ничего не вижу. А, мне через свой телефон или? Влади играет в PUBG. Что со мной, дохуя? А, 98, я понял. Ребят, те, кто реально хочет посмотреть, давайте просто больше сделаем, чтобы когда отписывалось, не было меньше 100. Иначе не получится у нас с вами договориться. То есть, ну, давайте сделаем 110, да, или там 115. Ну, пока что, как бы, ну, диалог у нас с вами как-то не идет. 99 вижу. Не по мне, не надо. Не надо. Ну, 99, там пиздец, ребят, экшен. Ну, подписывайте срочно. Девяносто восемь. Не, ну, ребят, это не дело, блин. Че я могу вам сказать? Да. 101. Ну, мне, я уже как-то вам не доверяю, знаете, вы... Вот, 103, ладно, поехали. Давайте, давайте делаем больше. Делаем 110, чтобы те, кто отписываются, вот эти вредители, подписываются, отписываются, сидят, сидят... Просто сейчас тролли сидят, понимаете? Они специально, короче, отписываются и подписываются. А сделайте, блин, просто 110, чтобы когда они отписывались... 105, давайте, давайте, больше, больше, больше. 120 надо сделать, чтобы тролли нас не затроллили. Не хотите быть затролленным? Тогда подписывайтесь. Чтобы тролли соснули хуя, стой! Тебя грохнули, бро. Да, блядь, сука, эти сволочи. 106. Так, видите, тролли уже не это, не выдерживают. Ребята, мы затроллим троллей. Блядь, я в игру говорю, страшно. Делаем больше, короче, чтобы не, это, те, кто отписываются и подписываются, вредители, блядь, не смогли нас победить, блядь. Стой, давайте, давайте, 109, блядь. Не, если вы хотите смотреть PUBG, главное, чтобы не было меньше сотки. 110, ребята, блядь. Тролли уже проигрывают, нахуй. Тролли не выдерживают, блядь. Вы посмотрите, он уже... Ох, ё! Все, я буду выигрывать. То есть у меня даже без звука будет, наверное. Hello, Brahma, Black. And Adam Brahma. I love the song, Pimble. Ку, пойдете на концерт ДК в Питере 23 марта? Он вас позвал или не? Пока не позвал, но если позовет, пойдем, если не позовет, не пойдем. Мы люди простые, блядь. Не позовет, тоже придем. 109, пока держимся. А где, интересно, у него будет 2-2? Хуй знает. Чё кто меня бьет, иди нахуй. Иди нахер, блядь. Иди нахер. Увлажнитель в игре. Ага. Зелье зашел в PUBG. Если хотите слышать звук, надо, короче, 120 подписчиков. Ну, Владу просто комфортно в наушниках играть, но он как бы, ну, типа, будет с колонок играть, если будет 120. Пока у него нет желания играть с колонок. У вас шторы красные, вы в музее, да, блин? Мы на стендапе. Открытый микрофон. Этот человек контент из всего высасывает. Ребят, я из ТикТока. О, на арену. О, 113, Влад, ты понимаешь, что тебе скоро придется, типа, врубать звук? Успеть поиграть со звуком. А если будет 150, он будет играть спиной к монитору. Охренеть! А как он играет? А? Не, давай тогда ты мышкой, я клавиатурой. Да, если будет 150, мы будем играть вдвоем сразу же. Стоя. Блин, 5 человек, и ты будешь играть, походу, это, с колонок. А ты можешь, короче, вот на стримдеке играть? Забиндить туда клавишу? Не, ну, вообще, теоретически, да? Но долго. 117! Йоу! Мужик. Он хотя бы упасть успеть. Как там жрачка? Еще 18 минут. 16. А если будет 300 человек, то он будет играть ногами. Да, это правда. Вы понимаете, вот у нас полный интерактив со зрителями, как бы. Все зависит от вас. Вы можете сделать вообще все, что угодно. Все в ваших руках. 120, Владя! Наигрался со звуком? Сейчас меня убьют, походу.
Сейчас у тебя такой хуесос. 121, бля, набирает обороты, скоро будем вдвоем играть. Все. Тебя грохнули? Да. Все, звук включай. Выложим. А мы доготовим, наверное, или не знаю. Я быстро играю в папку. Прохождение. О, звук есть, да? Да. Крутяк, играем. 120. Переключаем. А мне зелье зашел. О, четко. Еще и коллаба с зельем. Видите? Вот хейтеры, все, тролли вот эти уже не выдержат. Даже у нас уже 120. То есть они не могут уже отписаться до типа меньше сотки. Мы победили троллей. Но главное не сбавлять обороты. 119. Вырубай звук. Вырубать? 150, и мы играем Влад на клавиатуре, я на мышке. Я буду постукивать. Я вышел. Влад писает. 150 чего? Ну а сейчас 119. Если будет 150 в телеграме, то есть 31 150, то мы будем играть он на клавиатуре, я на мышке. В телеграм-канал подписываться. Hello, Brammer Black. And Adam Braver. I love the song, Pimble. Привет, удачного стрима. Передай Пэжу привет Артему Гаврилову. Артем! Гаврилов, привет! Я придумал новый челлендж. Давай я буду пытаться уснуть. И когда будет много подписчиков собираться, я буду просто ты меня будешь будить. Давай. Погнали. Новый челлендж. Новый челлендж. Как я устал. Влад! А-а-а. Ха-ха! Да, блядь, да что такое? Что такое? Ты задолбал. Подспать вздумал? Да, блин, болван! Я хотел поспать. Поспать? Просто. Да хрен тебе как им, врыло! Плохо. Сраный так, урод! Блядь, ха-ха! Почему вы набрали столько подписчиков? Ха-ха! Ну что? Я не могу. Не поспал? Блядь. Ну, подписчики мы его затроллили, блин! Ох, мы его, тральнули, мы, дурака, ха-ха-ха. Влад! Влад! Мне не дают спать. Влад! Да что ты? Влад! Ладно, Влад! Все, не буду спать тогда. Че, PUBG, Влад? Влад! 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 Играй в PUBG! Играю.
Сейчас зелье кипну. У меня четкий ракурс. Блин. А! 127, иди спать. Я выспался. За спартанским условием. Через сколько там? Через 10 минут, да? Да, я думаю, можно через 8. Ну, там где-то, ну, 8 минут, наверное. И пойдем доставать. Ребята, тролли опять троллят. Если вы не хотите быть затроллены, надо подписаться и сделать 130, чтобы мы их, блин, перетроллили и вообще сделали из них лохов. Потому что они подписываются, потом отписываются, как лошки. Но мы, блядь, мы их сделаем, нахуй. Подписываемся на телеграм-канал и делаем 130, блядь. Чтобы лошки пали, нахуй. Вот лошки, которые не хотели, чтобы играл в PUBG, уже ничего сделать не могут, потому что уже 130, а надо было 100. Угу. И этих мы тоже затроллим. Вздернем. Нет. Задрючим. О, каточка в PUBG. Давай, у тебя есть 7 минут. Я успею 5 сыграть. 129! Молодцы, молодцы, молодцы! Тап-тап-тап. Получай снежком в морду. Ха-ха. 137. Молодцы, бля, ребята. Тролли не пройдут, нахуй. Тролли не пройдут. Да. Лицо в снежке. Что за клава в Мафане? Я не знаю. Туда троллей. Мы их сделали, парни. Ребята, девчонки, мы их сделали, блядь. Тупых троллей. На, 139. Ха-ха, тупые тролли. Получили тупые тролли? Только подписчиков на ТГК Абраму, и он разъебывает этот, блядь, клавиатуру бустера. 145, бля, все, тролли не пройдут. Тупые тролли соснули хуя, ха-ха-ха. Могу его доставать, пока он играет в PUBG? Вот в честь того, что так много подписалось, я могу делать так. Влад! Влад! А сейчас бесполезно, еще не начал. Сто пятьдесят два, нахуй. Быстро фоловится. Молодцы. Тролли не пройдут. Дурацкие тролли. Ха-ха-ха. Играйте вдвоем. Кстати, да, на 150 был базар, что мы будем играть вдвоем. Ты готов? Да. Мне мышкой играть? Да, можешь мышкой играть. Я стрелять буду, типа? Да. Мы с другом играем в компьютерную игру вдвоем. Брама дымится. Угу. Вот, давай туда падаем. Вот сюда, вот на метку желтую. Не вижу. Вот. Вижу. Сюда падаем. Вижу. Куда еще чел летит? А еще что вы делаете вдвоем? А тебя это ебать не должно. Что мы вдвоем делаем? Бизнес. Готовка. Двоеточие. Оп. Так, раз дверь. Ага, портфельчик. Левой кнопкой мыши. Это? Да все, бери. Да как? Просто тыкай. Левой кнопкой мыши. Левой. Ага. Дальше. У нас в доме чел. Не надо. Давай, пошли драться. А, я же за рулем. Так, а нет, надо найти оружку. Вот, давай, бери. Готов? Сейчас перезаряжаю. Да. Он на втором этаже. Правой кнопкой прицел зажимаешь, а этой стреляешь по одну. Готов? Поехали. Пойдем. Гнида. Ой-ой-ой. Он нас пытается поджечь. Он в доме в соседнем. Слева. А тут где-то в этом. Он у нас. Надо закрыть дверь. Все, сидим, ждем его. Целься.
Целься в яйца ему прям. Давай, сука ебаная. Только надо будет быстро нажимать, она не зажимает. Давай, давай, давай. По одному там. Я понял, понял. Он в окно выпрыгнул. Ничего страшного, терпим. Ждем. Он стучится. Кто там? Hello, Bramblin. And Edwin Braver. I love the song, Pivot. Ларатан-то ООН. Спасибо, чешка, за 52 рубля. Че, грохнем его? Пока нет. У нас через 4 минуты надо это, доставать рагу. Еще время есть. Он сам боится. Так бы он подошел бы. Если бы не очковал. Он сам на очке. Не, можем подойти. Да он, сука, нет, он только это выжил. Он там лежит, блядь, я уверен. Да давай пойдем проверим. Грохнем его. Он в нашем доме, что ли? В соседнем доме, мне кажется, тут где-то. Может, первый этаж? Прочем. Нет, первый этаж этого дома соседнего. А нет, там ничего нет. Сука, ну где это? Падла. В этом может быть доме еще. Что-то я очкую. Ну, сейчас увидим, в этом доме побежим. Аэрдропчик. У нас дуло прям торчит, правда, из этой двери. А так нормально, да? Вот. Видел? Да. Идем на охоту, на фазанов. Ту-дун-ту-дун-ту-дун. Ту-дун, ту-дун. Вот, да. О-о-о! На! Лох ебаный! Пала девочка, ха-ха! Бери шлем. Оп, налево. Один раз. Ну что ты, лох? Лутай. Вот это, все, все, больше ничего. Ой. А, да это можно, нормально. А только парчель второй забери. О, все. На, нахуй. Ложка ебаного. Все, побежали. Рататуй, бро, 2 минуты. Тут больше никого нет, просто пойдем искать. По полям. Через 3 минуты надо доставать, ему 2. Пауза есть? Ну, мы ляжем в траву просто. Потом доиграем. А, мы в самом центре, блядь, еще похуй. Все, погнали доставать этот рататуй. Все. Ха-ха. Глупый игрок. Получил хочу в башню, блядь. Глупый игрок проиграл катку. Так, к нашим баранам, дамы и господа. Рататуй. А, выключать же не надо, да? Нет, там надо достать. А как его достать только? Ухватка. Ой, ты что, руками захотел, блядь? А вот что дальше делать, я не буду. Ну, надо эту хуйню снять как-то. Ножом, короче, строим. Ну, давай. Не, надо снять фольгу и 15 минут подождать. Что вообще не горячая, не понял. Она просто стояла, типа. Бля, ну пахнет заебись, слышь. Теперь без фольги, да? Да. Не знаю, побольше въебал. Она вообще, блядь, что-то с ней есть? Ой. Не, она горячая. Ну она как будто, блядь, нихуя не сделала с ней. Просто овощи подогрели, блядь. Как будто бы может... А ты 180 поставил? Да. Она как будто должна, типа, такой мягкой чем быть. Нежный. Ну, подносит, наверное, так же. Фольгу убери. Она не горячая. Все? Даже если... Да. Ну да, как будто, блядь. Ну ладно, сейчас посмотрим. Да она как-то как будто сырая, блядь. Хуй знает, жар там хуярит. Ну мы час хуярили в этой хуйне. Ну давай 15 минут еще ебанем.
Может, фольгой мы, типа, из-за того, что два слоя фольги было? Давай на 20 минут, ебать. Давай, 20 минут. Пойдем играть дальше. Это... Лучше не доиграть сейчас. Еще на 20 минут, короче, ебанем. Играю. Фу, блин. Ну, играю. Го еще. Так он час стоял в этом. Там на час в фольге и 15 минут... Так, типа. Не, она наоборот, как будто бы, блядь, это, как будто сырая, сырые овощи еще. Потому что она, по идее, должна как, ну, типа, ножом проминаться, она не должна быть твердой. Где кот? Мы его скушали. Нихуя себе. Ты его грохнул, братух. Yes. Доходяга. Чел с никнеймом Доходяга. Прикинь, сколько он лутал. Сколько тип лутался, бегал. Его тип просто ротару сделал, пришел, просто грохнул нахуй. В поле лежал, блядь. Какая же это охуенная игра, блядь, это просто кошмар. Придумки пережать. Да вы постоянно пиздите, что мы там что-то не сделаем, блядь. Обычно от меня так убивают. Сейчас я покурю, ребят. Я считаю так, чем более тебе похуй, тем лучше у тебя, типа, получается. Горячее равно готовое, согласен. Бля, я его без прицела щелкнул. Я же в зоне, бля, вообще в самом центре. Кыргызстан, нет. О, дай аирдропчик. Аирдропчик. Прошу. О, тут что-то сдох. Дай аирдропчик. О, аирдропчик. А есть машинка? Доехать до аирдропчика, лутнуться и там лежать. Так, это время. Сколько у нас там? Ну, 2 минуты есть, ну, да, допустим? Да в 30. В 5.30 настанет. Брама, когда питерский горшок с говном готовить выйдет? Бля, ну... Ну... В Барнаул не планирую. Блин, походу я не добегу. Еще минут 15-20, короче, в духовке его без фольги захуярим и посмотрим, что будет. О, это рядом. Кто-то еще захочет мой аирдроп забрать? Пошел по комнате дымок. А, там второй еще валяется. Первый, точнее. Ну, сначала туда добежим, может, там что-то еще осталось. Потом туда. Тебе пишут, как быдло за компьютером. Сидит, блядь, играет в игрушки, нахуй. Ебать, здесь аирдроп, тут царь аирдроп, там аирдроп. Мне в голову ебану. Брам, угон нахуй, ну не хочется. А тут вообще, тут ничего не лутано. Я не слушаю платин, не знаю. Во что поиграть? Ну вот Влад любит играть в PUBG. Че он любит в Dota 2 кастом играть? Здесь что? Нет, тут какая-то мразь была уже, блядь. Ну ладно, я заберу тот, наверное. А, вот еще что-то. Бейте меня, пожалуйста, уже, блядь. О, глушитель. Третий рюкзачок. Побежали за вторым аирдропом. Оп-оп-оп-оп-оп. Сейчас водички попью и посмотрим, что там у нас с ротатуем происходит. Блядь, это тут туда-оттуда уже. А, это поезд. Кто не хочет аирдроп, я один хочу его. Бля, что-то в этом есть, слышишь, в таком стриме. Опа. У тебя только рот, нос и PUBG на экране.
Подожди, тут машинка не прыгает. Это реально летсплей. Грохай его, грохай. Давай, Владя, грохни его. Давай, Владя. Влад. Подлутался. Чипок подлутался, приехал на машине. Немножечко полутал. Полутал. Идиот. Идиот. Полутал. Так. Слегонца чуть-чуть полутался, типочек, блядь. Ну, чуть-чуть, блядь, и все. Совсем. Кто-то едет. Тепловизор, правда. Грох кого-то, Владя. Машина слышу. Что у нас там с рататуем? Алиса, музыка В значит Вендетта. Включаю Дарио Марианелли, альбом Before Vendetta. Алиса, громче. Алиса, громче. Алиса, максимальная громкость. Я еще одного курьера ебнул. Он сюда приехал, прям прикинь, на машине, я ему в башню еще пока лутался там. Дебило, блядь, он лежит, блядь, в обморок. Я охочусь тут, я на рыбалке. Пришел к другу, короче. Он сказал, не хочет со мной общаться, хочет играть в PUBG. Ребята, 170 подписчиков в Телеграме, и я буду пугать Влада в маске Гая Фокса. Ой, там какая-то месть, какой-то, ой, блин. Ой, а там все подгорает, блин, слышь? Как будто вытаскивать можно, да? Слышь? Да. Я думаю, 2 минуты и можно вытаскивать. Окей. Там что-то уже так запекает конкретно. Сейчас испугаем. Есть. Готово.
четвертый лежать, нахуй. Еще из дропа, блядь, летят. Сейчас я спину-то прикрою здесь. Слушай, четырех, ёбну, нормально уже. Да пойдет первый дроп еще поумирать. Фу, блин, ну и мне ебло вспотело, конечно. Владюш, пора вытаскивать. Сейчас. Рататуй нахуй. Вижу. Вроде раз попал. Не попал. Есть. Нокнул. Грохнул? Нокнул. Грохай. На, еще. Грохни. Грохай. Грохай. Грохнул. Красавчик. Бро, надо вытаскивать рататуй. Сейчас, 6. Ну 6 фрагов, куда вытаскивать, нахуй? Машина. Блин. Бах! Грохай! Он хочет тебя. Грохнул! Охренеть! Бро, у нас рататуй горит. Брат, не могу вообще никак. Ай, блядь. Блять, там что-то я сделал, пищит плита нах. Все, осталось чуть-чуть, брат, восьмерых. Давай. О, там бассейн, сука, а? Тебя грохнули, братуха! Да. Чёрт.
Ой, блин, ну пойдем. Мне кажется, ни хрена не приготовилось. Как будто он твердый. Да? Ну да. А вруби видос. Как она там, типа, пока приготовила? Он был, типа, мягкий или как? Это просто овощи с дресней. Ну хотя полтора часа запекалась, бля, хуй знает. Hello, Brahma Black, and Edmund Brahma. I love the song Pimble. Ебать, вкусняшка, денежка на реанимацию. Есть тарелка? Алиса, выключи. Тарелка, да? Есть. Давай попробуем. Где помидоры, наверное, побольше, да? Ну вот, блядь, жри. Овощи с говном. Можно еще. Оно же даже нихуя. Как будто она сырое. Сырое, да, еще как будто. Да понял. Как это брать-то вообще? Чем, блядь? Не знаю, блядь. Такос, помидорка, это взять. Соус. На это есть ложка, чтобы этот соус полить сверху? Да я вот так вместе. Блять, да сука, да иди ты нахуй, а, блять, заебал. Горячая все еще, блять, рукам будет. Хуйню, короче, потом мы сделали, блять. Не получился рататуй. Не, ну выглядит не очень, да, но как бы. Да он, ну, он сырой, блять. Сейчас попробуем. Хотя мы хуярли сейчас, больше час. Это же, блядь, овощи, а мясо хулиан, блядь, выебывается. Ну вот, тарелка с говном получилась. Не, вот здесь выглядит нормально. Вот здесь, да, не очень. Как будто кто-то дрестанул тарелку. Но вот тут нормально выглядит. Толсто нарезали? Да хуй знает. Ну, кстати, возможно. Надо было больше, наверное, под этим. Высокая кухня. Блядь, да, нахуй. А вот этот попробуй, Стон. Что, сырой? Вот, кабачок точно. Бля, может еще в духовку ебану? Ну придется в любом случае, да. Это тоже сырой. Надо в духовку, да, еще минут на 30, блядь. Да. Как вкусно у нас получилось! Бля. Ну, бывает, знаешь, бывают осечки. Нет, там наоборот набросил, у нас все получилось. Сейчас, блядь, запечем еще и нормально будет. Ладно, ребят, вот такая кашеварня получилась. Сейчас еще запечем это. И. Ну, блядь. Ну, блядь, что могу сказать? Я думаю, полчасика еще поставить. Она просто не пропеклась. Надо еще было. Просто гнали меня, блядь. Что все, пиздец, блядь. А в итоге вы не правы, нахуй. Да. Давайте рейдик тогда на Лизу Бебрину. И помните, ребят. Кушайте вкусно. Кушайте много. Кушайте вкусно. С вами был Влад Мафаня. И Антон Брамов. Это наша Хрючева. Вот так. Вот там где-то Хрючева, короче. Пока-пока.